Таксисты помогут полицейским бороться с преступностью. Соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами сегодня подписали 11 самых крупных таксомоторных компаний Самары. Работа начнется уже сегодня. С помощью мобильного приложения водители смогут сообщать информацию о правонарушениях напрямую в дежурной части полиции. Самых бдительных таксистов будут поощрять. По нашим подсчетам выходит порядка 3000 сегодня на линию в сутки. Это 3000 звонков, которые могут поступить на пульт сегодня и проинформировать нас о том или ином происшествии. Это и формы безопасности работников такси. Мы сегодня каждого сотрудника такси вывели на прямую линию с пультом 02. Вы сегодня видели, как каждый из них получил телефон руководителей, в том числе ГИБДД области, и руководителя НГАИ области, и руководителя полка самого ГИБДД области. Мы сегодня вывели по системе интернет их на кнопки пульта, куда они смогут в режиме онлайн подавать любую информацию, которая сообщать о любом происшествии, которое будет происходить и с ними, и с тем, что они будут видеть.